Так, друзья, еще раз здрасте. Все еще 13-е, суббота. Мы в моем саду, в саду Железовых. Там питомник Железова. Еще не раз я вам покажу его, похвастаюсь. А чтобы у вас были такие же деревья, то вот эти все деревья корни собственные. Глядите, видите? Значит, разговор будет такой. Я все время пытаюсь образумить вас, многих из вас. Кстати, выпилено абсолютно здоровое дерево, видите? Абсолютно здоровое. Вот. Сильно тесно стало, глядите. Вот. На этом дереве висят абрикосы. Вон они, вон они. Вот в этом году немного пожиже. Ветер 10-15. Собрано позавчера Юлия Сергеевна, вы ее знаете. Собрала ведро. Вчера я ведро собрал. А эти ждут гостей. Сейчас гости приедут с Иркутской области. Родственники Сергея и Тани Железова. И будут собирать. Почему я им оставил это? Собираюсь в других деревьях. Почему я оставил гостям? А сейчас объясню. Одно из главных качеств его, они вот такие вот, смотрите. Вот. Смотрите, что будет. Совершенно, смотрите. Когда самого выпадывает косточка, это не просто значит какие-то особые качества, а сверхособое. Это транспортабельный абрикос. То есть, они доедут до Иркутска, еще будут, наверное, положат в холодильник, еще месяц будут кушать. Вкус у них вот на ваших глазах, кладу в рот, видите, тень моя кладет в рот. Они практически кислоты не имеют, они не самые сладкие. Сегодня я буду угощать, они вот-вот подъедут. Сегодня я буду угощать их мичуринским абрикосом. Королевским и баем. А там сладость, да. Вот, но я позавчера положил в холодильник. Жара дикая, я же их собираю из-под дерева. С дерева не собираю, тут особый случай. Почему нельзя собирать дерево? Вроде крепкие, даже немножко потряс, чуть-чуть деревья. Собрал тазик, положил в холодильник. Это было позавчера. Сегодня открываю его. Половину уже раскисших. Вот что такое сладость. Давайте теперь так рассуждать. Я сейчас сяду где-нибудь. Нога, правда, нет. Где бы мне сесть? Тень нужна. Чтобы травка мягкая была. Давайте еще раз посмотрим на него. Урожай, видите? Вот такой. Когда они приедут, я возьму что-то длинное, вроде швабры, еще постучу. Это уже на еду будет. Вот так они выглядят. То есть сыпятся, а меньше такой птения не становится. Почему я это говорю? В этом году у меня очень слабый урожай крупноплодных абрикосов, культурных, сладких. Как это случилось? Страшный заморозок. Пару ночей минус 9. Наверное, было и ниже. Я же не караулил специально. Минус 9 я просто видел своими глазами. Вот. И тогда я ждал, что будет полностью все пусто. Это было время цветения, начало цветения. Вот. Мало.